поэтому. Оренбургская область тесно связана с сопредельными регионами Республики Казахстан, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областями. Подтверждение этому – прочные торговые и производственно-хозяйственные инвестиционные связи, наличие общей инженерной инфраструктуры, трубопровода, линий передач, железнодорожные и автомобильные магистрали. Кроме того, нас связывает и трансграничная река Урал. В Оренбурге проживает более 125 тысяч этнических казахов. Созданы и действуют 13 национально-культурных казахских общественных объединений, которые объединены в Ассоциацию казахов Оренбуржья. Казахский язык как предмет преподается в 35 образовательных учреждениях области. Мы делаем все возможное для укрепления дружбы и сотрудничества с народом Казахстана. Уверен, что ваш рабочий визит, уважаемый Карим Кожамканович, придаст дополнительную динамику нашим совместным проектам. Для нас Оренбург – это такое особое, такое, может быть, для казахов сакральное место по многим историческим причинам. Наверное, вопрос вот по дорожному строительству с нашей стороны. Мы сейчас, может быть, еще дополнительно посмотрим, чтобы как-то больше связать, чтобы больше было возможностей по дороге. И вот то, что говорили по воде, тоже я по всем проехался вот областям, где есть Урал, где проходит Западно-Казахстанская область, и Атырауская, и Мангистауская. И все вот вопросы, связанные с дноуглубительными работами по водоснабжению. И вчера вот у меня была возможность, я в Сочи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым встречался, я тоже эти вопросы поднимал. Ну и сегодня вот была возможность посетить газоперерабатывающий завод. Я вот тоже два дня назад по развитию газовой промышленности в Уральске проводил совещание. А это как сообщающиеся сосуды. То есть наш вот Карачаганак в Западном Казахстане, Оренбургский газоперерабатывающий. Вот министр энергетики сейчас со мной приехал вместе. Они вот и там представители, кто этим вопросом занимается у нас, наших компаний. Я думаю, что если когда возникают вопросы, то они всегда находят свое решение. Это очень важно.